Глобальное потепление. Потеря огромных водных ресурсов. Засухи и другие природные явления по всей планете не оставили в стороне Таджикистан. Край известный своими водными ресурсами, расположенными в сердце Центральной Азии. Четыре созидательные инициативы в области воды включают в себя предложения этих двух международных десятилетий, призванных сохранить и обеспечить мир чистой питьевой водой. От международного десятилетия «Вода для жизни» к международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Наша страна призвала мировое сообщество объединиться на пути к достижению устойчивого развития, которое не имеет смысла без воды.